Уже делал обзор на вот этот терморегулятор из Китая ME81H. Отлично оказалась модель с Wi-Fi и управлением через приложение. Ссылка в описании и подсказка в правом верхнем углу. Но вот китайцы выкатили еще одну новую модель. Она очень похожа на предыдущую. Тыльная часть практически идентичная, но только усовершенствовали крепление. Раньше оно было только можно закрепить по горизонтали. В новой модели со всех четырех сторон. В глубину отличается в большую сторону, на 2 мм приблизительно. И изменили дизайн лицевой панели. Изменилось расположение графических элементов и чуть-чуть тусклее стал экран. А также изменились кнопки управления. Но тем, кому по дизайну и нужен именно черный, рекомендую вот это к покупке.